В Доме Республики сегодня говорили о дорогах в Саранске. Артем Сдунов утром побывал на самых проблемных участках столицы и сделал несколько замечаний. В частности, речь шла о том, что нужен срочный ямочный ремонт на улицах Рабочей, Коммунистической, Володарского, проспекте Ленина и других. У ответственных за состояние городских дорог есть сутки на то, чтобы предоставить график ремонтов. В этом графике Артем Сдунов потребовал обозначить конкретные даты, когда дорожное полотно приведут в порядок. Ямы на дорогах не просто мешают проезду, а создают аварийные ситуации и угрозу жизни водителей и пешеходов, отметил руководитель региона.